Все, мои дорогие, кушать, кушать, кушать. Я не знаю, я проголодалась вообще. Вот вы говорите, допустим, что я вдохновляю вас на аппетит. Так вот точно так же я насмотрелась мукбангов, я есть побежала. Короче, себе подружку нашла. Подружку нашла, классная девчонка, Оля Бейли зовут. У нее есть свой канал на YouTube, и она снимает мукбанги. Она снимает свою повседневную жизнь. Украинка. Вы представляете, украинка. Я вам говорила, что украинские девчонки самые красивые. Так вот, зайдите, посмотрите. Я вам ссылку оставлю. Блять, смотрела у нее мукбанг с роллами. Как они с мужем кушали. Я не могу. Я подавилась прям слюной. Кинулась заказывать роллы. Кинулась прямо вот вообще. Срок доставки 50 минут. А я прямо сейчас есть хочу. Пришлось есть то, что есть в доме. Бля, как вкусно они там жрали роллы. Короче, девчонка умница, красавица. Живет в Малайзии с мужем, с австралийцем. Там у них разница, ну, больше 10 лет. Она знает английский язык, она прям вот умница, понимаете? И у нее канал... Ну, там около 2000 подписчиков. Короче, она молодец. Она вообще классная девка. И я увидела у нее видео, написала ей комментарий. И написала ни слова больше. Я пошла снимать свой влог. Это невозможно просто. Девка-то вообще огонь. Винишко попивает. Шампанское. Так вот редко бывает, когда человек заходит прямо. За нее я жрать захотела. Пришла из леса. Поела ведь добром. Чего я сунулась, а? Лишние калории, блядь. Я вам покажу эту девчушку. Она веселушка. У нее муж тоже там в совершенстве знает несколько языков. Сейчас начал учить русский. Ну, правда, интересно наблюдать. Такие модненькие. Сковородненькие. У Инны все льется. Я прям не могу, я прям есть хочу. Вот прям, да, бывает, заходят мукбанги, прям вот вообще. Кстати, у мукбанга прямое значение вызывать аппетит. Короче, я вот эту банку приготовила, еще одну приготовила на всякий случай. Еще рыбу приготовила. Ну, с пивом. Ну, и конфеты припасла. Потому что я же ку-ку. После сладкого, кислого, соленого не хочется... После острого и сытного, после соленого мне хочется сладкого. Потому что я ку-ку. Пицца у меня была в холодильнике. У меня нет сил терпеть. Вот всегда. Посмотришь мукбанг, да, все. У меня первый раз такое, представляете? У меня первый раз такое. Вот Ольгин мукбанг посмотрела. Меня аж затрясло. Вкусно, правда. Мне кажется, я прям не глотая.
Сейчас маленько насытилась. Сейчас можно не торопиться. Кушать размеренно. Угу. Ну, Оля, Оля. Прикиньте, какая у меня фамилия. Беллис. Наберите в Ютубе. Оля Беллис. Сразу же выйдет. Богиня Шампо. Вот с такими девками надо дружить. Я сразу же подписалась. Безоговорочно. За такими людьми интересно наблюдать. Блядь, как вкусно, а. Вот три кусочка пиццы только с пикколо. Только с пикколо, только в путь. Мукбанги на ночь глядя, посмотреть вообще нельзя. Так хочется же, поскорее открылись кафешки. Чтобы пойти куда-нибудь погулять. Блядь, как вкусно, не могу. Остатки сладкие. Очень хорошо, что это не последняя еда в моем доме. Рыба есть, смотри. Сейчас пивка с рыбкой наебну. Потом конфеточкой шлифану. Инна, что ты делаешь? Инна. Я смогу банк закончиться. Поставлю, брошу скатерть в машинку эту в стиральную. Инна, Инна, ну что же, да? Все же, хватит драть. Конфетку хочу рубануть. Прям не могу. Хочется всего и сразу. Открывайся, блядь. Конфетку заточу, потом рыбу начну есть. Еще есть маленько. Какая-то рыба-то модная. Смотри, какая. Пиво с рыбой давно хотела поесть. Все, случай не предоставлялся. Я так есть хотела, что я даже, представляете, что я даже одеться забыла. Я вам в халате сижу. Из душа вышла, одела халат. Надела и побыстрее побежала жрать. Побыстрее, побыстрее. Видите, какое, да, сальцо. Такое.
Блин, как вкусно. А роллы я себе все-таки закажу сейчас. Вечером поем. Или завтра. Благодаря тебе, Оля Беллис. Благодаря тебе. Я закажу роллы. Уже больно вкусно вы их ели. Как жирненько, как вкусненько. Смотри, какая шкурка, да? Шкурка толстенькая, как я. Салфетки влажные, это, ну, придумала салфетки и чё? Как вкусно жить. Как вкусно жить. А чё, рыбка с пивком, пицца? Это всегда актуально. Это всегда вкусно. Был бы суп, поела бы супа. Супа нет. А рыба с пивом есть. Вот такой у меня уникальный дом. Блядь. Даже не знаю, какая это рыба. Это мне в вакуумной упаковке парни прислали из Астрахани. Фишка. Фирма Фишка. А давно они мне уже прислали. У меня же холодильник-то морозит. О, как. Ничего не испортилось, не переживайте. Блять, она невероятно вкусно. Вот пускай маленько неэстетично смотрится, но то это заебано вкусно. Заебано. Прям спикало только. Свои жирненькие ручки сейчас протру антибактериальными салфеточками, чтобы дальше в себя продолжать вливать пивко. Посмотрите, какая. Мне кажется, какая-то рыба благородная. Короче, она была вот такая вот, вот такая вот. И в два раза сложенная. Вот такая вот. Это какая рыба? Вот распознайте. Худенькая, вот такая вот. И длинная. Это вот ровно половина. Она была разрезана и в вакуум упакована. Какая-то модная рыба. Прям вот 100%. Очень вкусная. Очень, да.
Невероятно вкусно, невероятно. Жирненькая какая. Такое рыбное сальцо. Надо же, а? Это надо же. Это надо же такому случиться, а? Первый раз у меня такой аппетит вообще появился, что я захотела жрать прямо здесь сейчас, после просмотра мукбанга. Я вам, кстати, ссылку на этот мукбанг оставлю в описании к видео. Гляните, все собственными глазами. Ой. Сейчас сладенького. Сейчас конфеточку. Мне кажется, все так делают. После соленого всегда хочется сладкое. Ну, согласитесь. Ну, скажите, пожалуйста, что не я одна такая, что не я одна ку-ку. Протру. Сейчас бухнусь на диван. Маленько перекусила. С роллов закажу. Это я аппетит сбила. Роллов закажу по-любому. Ну, или сегодня, или завтра. А я не могу терпеть. Насмотрелась, блядь, мукбангов. Вот это Оля Белец. Сама-то худая. Конечно, хера ли. Вам покажу ее, покажу. В описании к видео оставлю. Можете так забить Оля Белис. Блядь, как вкусно. И рыба, и конфеты, и пиво, и пицца. Блядь, да. Сыто пьяно нос в табаке.